Известный петербургский бизнесмен, глава холдинга «Форум» Дмитрий Михальченко не признал вину в контрабанде алкоголя. Миллиардера допросили в Следственном комитете Москвы. Как сообщает интернет-газета «Фонтанка.ру», Михальченко отказался от дачи показаний со ссылкой на 51-ю статью Конституции. Как сообщил «Фонтанке» адвокат Алексей Егоров, задержание бизнесмена состоялось накануне в качестве подозреваемого по уголовному делу о контрабанде алкоголя. По версии следствия, Михальченко причастен к незаконным поставкам двух контейнеров коньяка для своих ресторанов. Сегодня утром Дмитрию Михальченко предъявлено обвинение, а уже днем в Басманном суде Москвы начали рассматривать ходатайство следствия о мере пресечения бизнесмену. Решение планируют вынести к вечеру.